Storm, earth, and fire, heed my call. Погнали, все, ребят, пошла суета. Ломай, ломай, ломай. Хилы где? Неплохо, четвертая минута заход на ХГ, несмотря на то, что у нас был неудачный Рошан. Трон. Трон, в трон, в трон. Я не знаю, зачем я это делаю, но да ладно, пусть это будет. Ну что ж, ребят, хочу кратенько ввести в курс дела. Все вы помните, есть и ходят легенды, и есть на самом деле такое видео, где в айкапе ломают доту, ломают трон за 8 минут 50 секунд. Вот такая вот каточка у ребят получилась, при том, что они сломали все стороны за 8 минут 50 секунд. Можно ли это повторить? Получится ли у нас это сделать? Сегодня вы узнаете. Я лишь хочу, ребятки, разобрать сейчас несколько деталей. 7.65 мапа, которая не имеет, первый момент, не имеет системы глифов, как сейчас имеется у нас на 85-й карте. А именно, если вы ломаете первые товара, вот эти, то у вас откатывается глиф. В то время такой темы еще не было. Поэтому в 85-й карте этот момент будет отталкивать нас немного дальше, да, то есть постоянно будут глифать пацаны, если мы будем ломать все стороны. Поэтому мы решаемся идти в одну сторону и закончить по одной стороне. Это первый момент. Второй момент. В старой версии доты у нас имеется, как вы можете себе подумать, вот такой вот рошпит. Да, этот рошпит у нас находится вот в этой части, не как у нас вот здесь на 85-й карте, и он намного шире, что, соответственно, делает невозможным прям качественно разрушать Рошана, но может и можно, нужно правильно подконтривать. Я и на Фуриона не садился, я сидел на Траксе, и не знаю, как там Фурион расконтривает, и в целом можно ли как-то четко расконтрить именно под Рошаном вот этих всех пеньков и, конечно же, Риксара. На 85-й карте рошпит очень маленький. Реально очень маленький и заставляет немного поднапрячься. Но в целом, получится у нас ли сегодня эта задумка или нет, я не знаю. И хочу побить рекорд, которому уже 10 лет. Поставьте лайк за старание, ребятки. Присаживайтесь поудобнее и
Поехали. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». Сегодня мы попытаемся повторить легендарный фастпуш, который был на Айкапе, а именно где-то примерно 8-9 минут, я точно не помню уже, сколько за сколько они это все сломали, и сейчас попробуем что-то сделать подобное. Тогда в том видосе у ребят на руне сразу же дропнулась ДДшка, и они пошли фастово Рошана. У нас, к сожалению, ДДшки никак не будет, а это значит, что уже будет минус какой-то дэмэдж. Поэтому, ребят, как бы, ну вот такая вот у нас имеется проблемка. Тогда был тот патч, и в старых патчах немного все по-другому было. Поэтому сейчас посмотрим, как у нас будут тут развиваться все эти события, и посмотрим, что у нас получится в целом в этой каточке. Мы попробуем на первой минуте сразу же зайти Рошана, и с Рошана уже пойдем на низ. Поэтому вот такая вот тема. Так, давайте, смотрите. Хидреску купить или сразу барабан, ребята спрашивают. Там, по артефактам мы тоже, в принципе, разобрались. Посмотрим, как у нас получится. Вообще, первый раз, это первая игра, в которой мы будем пытаться это сделать. Так, мне нужно взять Траксу. Я буду на Траксе и буду раскачивать третий. Посмотрим, получится ли у меня, и у моей команды сразу же с первого раза запушить всю контору. Беру смока, я смока возьму. Смока беру. Фура трентов поднимает. По тактике сейчас все увидите. Просто тут ничего бы не забыть. Ребята там ничего не подозревают, что сейчас будет происходить. Сразу возьмем. Да, гоу. Сразу Риксар может потанчить. Чуть-чуть Риксару нужно будет хелпы. Сразу побежим в Рошана. Тут есть два дерева. Что-то на плотность. Смотрите, просто старый классический пик. Тот самый пик, которым ломали. И Фурион остается у нас ластпиком. Фурион ластпиком. Пробуй. Попробуем барабаны. У каждого, в принципе, здесь есть стратегия. Тебе баклер. Баклер сразу на армор нужно. Венга будет покупать баклер, вот эту штучку на армор. Бафать крипчиков. Так, берем вот эту штуку, вот эту. Хорошо. Поехали. Ехала. Резче. Погнали. Все, ребят, пошла суета. Сразу пассивочку. Отлично. Сразу пошло у нас. Кто там у нас? У нас там 2-3 инвиза. У фуры уже тренты откатятся, пока мы добежим. Жалко, что у нас самый танк главный не бежит вперед. Немножко мы, скорее всего, не успеем. Еще единственная вот такая, знаете, лютая особенность этого патча, который вот сейчас идет, это то, что, к сожалению, рошпит крайне узенький сейчас. Реально узенький рошпит. Так, зайди. Хорошо, ломаем. Пошел, сыпется Рошан у нас. Трента подтанчить. Вызывать надо. Стоит. Клэпает Рошан у нас, клэпает. Давайте я потанчу. Хорошо. Хилочек есть у Риксара? У Риксара нету хила. Это плохо, это провально. Это провально, ребята. Да ладно. Ломай. Хилы где? СК заходит, сейчас будет станить. Ой-ой-ой, вот это у нас провал. Первый блинком он, походу, да? Ребята, давайте ломайте. Да нафиг ты бьешь этого БХ? Зачем БХ бьешь? Ой-ой-ой. Что ты делаешь? Зачем на фуре БХ лупишь? Боже, вот приколист, ну серьезно. Ой. Рошан, короче, рампагу бахнул. Ой, жесть. Короче, немного провально. Ну, Фурион не понял немножко смысл этой темы. Ну, Рошана не знаю, надо добить. Гоу, добьем. Гоу, добьем. И по низу. Первый. Блин, комом. Ничего страшного. Хилочек Риксар не взял. У него просто пурманс. Я попытался его захилить, но там уже было поздновато. Было поздновато. БХ зашел, уже все прочекал. Печалька. Печалька. Отходи, сейчас подохнешь. Хорошо. Доламываем таки. Рошана. Так, погнали. Погнали, по низу, го.
О, фура. Ау. Все, по низу, гоу, вот так вот и попробуем. Если что, сало возьму. Так, возьмем, кура есть у нас. Значит, берем W. И, походу, базилка мне нужно будет брать, да? Ты, смотри, там гоняет он его. Пацаны, серьезные попались. Ломай его нафиг. Хорош, отлично. Базилку я возьму и хилочек. Все, погнали. Гоу, они еще не поняли, что происходит. Ну, вторая минута игры, ребят. Все так, ну, динамично, динамично. Сразу пассивочку бахнем. Базилку я базилу купил уже. Хорошо. Ломаем. Но эта тэшка быстро упадет. Вот этого крипа не успели мы. Хорошо. Ну, надо было взять какой-то детекшн. Хорошо, далее. Оп, сало тут отлично заходит. Хорошо, кентавр пришел. Ух ты, смотри какой. Кентавр заходит, венгу лупит. Отлично, венгу подхиливаю. Смотрите, вон он, вон он, вон. Хорошо. Отлично. Отлично, ломаем. Хилочек надо, ребятки, хилочек. Хорошо. Глифы, кстати, по-моему, в то время работали немного по-другому. Глиф не откатывался, по-моему, от товаров. Я точно не помню, но, видимо, сейчас тут откатывается уже. Видимо, сейчас уже откатывается. Так, хилочек, сапожочек, центричок. Отлично. Оп, вот так вот забираем. ВХ живой еще, ля. А вот этого побить. Или вот этого. Пофиг, разницы нету. Кого-нибудь лишь бы бить. Оп, есть. Есть. Подзадержим. Есть. Вот, ну, грязь вообще, на самом деле, лютая грязь в катке происходит. Лютейшая. Остаемся здесь на лайне. Почти лоу-хэповые. Я сало возьму в двойку, чтобы можно было останавливать врагов. Жесть. Лютая катка получается. Так, куру... Ага, мне оставили. Хорошо. А Его еще есть. Они поняли, что тут будет прессинговочка лютая. Риксар раскачивает 2-3, все правильно. Пробуем заходить ХГ. Пробуем заходить ХГ. Куриона подрезали. Я буду стоять бить просто, у меня Его еще. Хорошо. А Его еще, отлично. 7 секунд, Курион очень быстро тэпнется сюда. Так, кидаем сразу троечку и погнало. Вот сюда сентряк. Хорошо, и пробуем ломать. Отлично, барабаны есть. Вот этого туда, ребята, с руки. Хорошо. Хорошо, хилочек имеется. Ломаем быстро ХГ, кстати. Быстро падает, ребятки, очень быстро. Четвертая минута, заход ХГ. Это довольно-таки неплохо. Крипочков сомну сразу. Чтобы было дамага. Хорошо. Отлично. Ломаем по чуть. Неплохо. Четвертая минута заход на ХГ, несмотря на то, что у нас был неудачный Рошан. Вообще максимально неудачный. Так, Сайленс зашел. Хорошо. У меня 70 дэмэджа, кстати. Трон. Пробуем. Попробуем трончик. Хорошо. Так, у меня есть уже артефакты. Хорошо. Крипов надо не забывать вот здесь вот сливать, потому что бэкдор система включится. Хорошо. Куру ждем. И погнали. Отлично. Смотри, какой наглый. Надо сентрики. Пуш пришел еще. Надо отойти. Помочь. Хорошо, вот так сделаем. Помогаем. Отлично. Кура уже рядом. Кату бы не терять было бы очень хорошо. Потому что ката очень много нам дает. Жалко, я хил не взял. Оп. Вот так делаю. У меня, походу, ребята потеряли, да? Оп, отлично. Ну, на лоу хп мансы. Хорошо, сентричок решает. Хорошо, ломаем. Шестая минута, ребята. Я жесть, какой лоу хп. Очень лоу хп.
Так, ну я минус, скорее всего, да? О, хилочек пошел, найс. Риксар погиб. Так, отойти чуть-чуть. Запинать. Ух, куч даггер имеет. Да ты чё? Хорошо. Ой-ой-ой. Но БХ меня убьет тут по-любому. Найс. Я в таверну отправился. Таки шестая минута. Найс. Хорошо. Шестая минута. Так, у меня было лакрити. Возьмем Яшку. И ТПшечку надо. ТПшечку с хилами. ББ. Отойдите. Сейчас вместе зайдем. Хорошо. Венга Меку не хочет покупать, походу. Венга, братец. Бабки есть же. Все, я бегу. Седьмая минута прокнула, ребятки. Почти сломали. Жесть. Несколько каточек сыграем таких. Наверное. Ну, очень такая, ну, динамика игровая. Жесткая динамика. А вот этому похилим, наверное. Не, Венга себя там захилит. Хорошо, крипов солью. Быстренько. Бафаю. И погнала. Чтобы бэкдор система не включилась. Го-го-го, седьмая минута, найс. Падает трончик. Жесть, это что за тема? Отстань, да, таракан вонючий. Трон. Трон. Седьмая минута, ребята. 7.58. 8.00. 8.01. Закончили каточку. Это наш первый результат с плохим Рошаном. 8.01 с плохим Рошаном. Давайте попробуем улучшить этот тайминг. И попробуем еще раз, ребятки. Вот такой вот первый гейм на фастпуш. Ну что, ребята, первая попытка у нас была немного непонятная, но тем не менее результат намного лучше, чем был когда-то на айкапе. У нас получилось 8.01, а самый-самый быстрый пуш был 8.50. Это еще на те старые времена. При том условии, что у нас еще не получилось забрать Рошана фастом. Сейчас мы попробуем убрать все те ошибки, которые были в прошлой игре, и немного наверстать упущенное. Так, Кейл. ХЛ это. Баним. Это ХЛ. Так, давайте животнича. Гандариуса. Хорошо. Постараемся сейчас наверстать упущенное, ребятки. Попробуем забрать Рошана сразу же, чтобы у нас все получилось отлично. И в принципе геймплей довольно-таки понятен. Мы быстро пушим, быстро ломаем. И по чуть-чуть нужно просто одеваться, и все у нас получится. Можно даже, мне кажется, на 7 минут выйти, вот этот тайминг сделать и посмотреть, насколько же реально можно быстро спушить. Вот мы реально очень быстро спушили, но еще быстрее можно. Это чувствуется, что еще быстрее. Заруинили Рошана немножко, и из-за Рошана немножко тайминг сбился. Пример, ну на минуту точно он ушел. Нам как раз-таки этой минуты хватит, чтобы сделать какой-то рекорд айкапа. Или в целом, ну, не только рекорд айкапа, а рекорд первой доты на данный момент, допустим, ну, на 23-й год. Потому что тот рекорд, который был, этому рекорду, наверное, лет 12, если я не ошибаюсь. И почему-то никто не пытался даже его перебить, или интереса не было, или я не знаю. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Со второй каточки должны улучшить свой тайминг. Где-то, я думаю, хотя бы 7.40. 7.40 хотя бы сделать. Попробуем, постараемся. Ну, не знаю, посмотрим, постараемся. Если этот видос вышел, в любом случае что-то тут интересное да есть. Поэтому, ребятки, обязательно поставьте лайк за наши старания. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И спасибо всем, кто поддерживает, ребятки. Драфтимся и погнали, драфтимся. Last pick у нас остается Фурион. Сразу поднимаем спрутов и погнали. Трентика, вернее. Тренты спрута. 4 хилки дам. Парень там хочет на баклер, да, походу сразу. Но пытаемся как-то усовершенствовать свой вот этот навык пушерства. Возьму, наверное, смока. Смока. Вообще желательно мне бы тогда. Смока нежелательно покупать. Вон, ребята. Собирается. Но вот это надо сразу решать в лобби, кто кому сколько хилок пулит, чтобы
получалось более качественно. Более качественно. Так, значит, мне цирклетка, ашка, смока, хилочек по-любому. И вот так вот. Гоу, поехали. Одного трента поднял он, к сожалению. Промахнулся, да, Фурион? Ошибка, ошибка. Ошибка лютая. Минус одно мясо, 400 хп, 500 даже. Погнали. Ну пробуем, пробуем, ребятки. Второй заходик, баклер у нас сразу же с первой минуты есть. Луна будет просто бафать нас на дэмэдж, потому что у нее очень близкая дальность атаки. И, к сожалению, не можем мы, не можем нормально, так сказать, атаковать Рошана. Он постоянно клэпает. Клэпает постоянно. Давайте пробуем, ребятки. Пробуем. Опа. А пофиг, гоу. Пофиг. Выводите. Выводите. Сейчас опять клэпнет. Жесть. Не успеваем мы в смоках добежать. Не знаю, вроде сразу бафаем. Сразу бафаем. Все, Рошан встал в место. Создай. Создай. Там два сидят. Там 22, дядь. Так, Риксар у нас опять падает, да? Хилочек даю Риксару. Хорошо, ребята подходят танчить. Немного не разбираются, кто танчит. Жесть, опять. То же самое, не получается у нас забирать Рошана фастом. Не забиваем, отходим. Отойти. Отходим. Отходим. Да, Рики, бей. Не могу направить из-за Рошана хитбокса. Давай попробуем его побить. Он не будет знать, что у нас тут есть инвизик. Палит. Оп, найс. Хотя бы так. Так, в рейс... Вот так, курочку сделаем. В рейс бендик поднимем. Надо добить. Надо добить. И ехало, парни. В рейзик есть. Надо добить, и ехало. Ну, с такими хп, в принципе, попробуем. Попробуем. Одного забери с прута, пусть один вытанчит. Давай, давай. Так, Риксар просел, хорошо. Базу иди. Килься. Хорошо, экспу подели между собой. Найс. Отлично, ну хотя бы так. Хотя бы так. Так, что у нас произошло? Что с Язером? Ой, что это? Ой, ну серьезно. Ай же есть. И ФБшка была, и ливнул. Ну что ж такое, вот именно на этот фастпуш. Именно на этот фастпуш. О, реконнектед, найс. Так, смотрите, ребят, в общем, готовимся по низу. Хиляйтесь, иго, по низу. Так, я готов, в принципе, можно ломать по чуть. Так, значит, нам нужен... Вот эта тема нужна. И возьмем колечко. Так, возьмем плюсы. Хорошо. Плюсы. Этот пацан что хочет? Он еще не знает. Так, колечко, эрка. Хорошо. Есть. Ребята прилетят с телепортов. Хил уже идет. Хорошо, хил уже идет. Гоу. Хилочек идет. Еще куру. Купите. Погнали. Базилки нету. Базилки нету. Поздняя базилка. Тут очень нужна базилка. Очень нужна базилка. Так, у меня еще имеется Аегис. Это хорошо. Базила нету. Вот эта туча будет очень сильно напрягать. Давайте вот так сделаем. Хорошо. Базилиуса нету. 100. Базила. Вот это тавер, и, скорее всего, базила будет. Я соберу уже в аквилку. Хорошо, ломаем до конца, пацаны, ломаем. Там баклер есть у нас. Хорошо. Хорошо, так, и... Все, тут ничего не надо, базилка есть, погнали. Погнали, базилочка имеется, работаем. Вот этого бы добить, ну да ладно. Рики там тучку закинул. Опа, пошли, от пуши первые. Крипочков. Хорошо. Надо взять сентри. Сентри возьмем в ВС Рики. И ломаем. Так, вторая, третья минута пошла.
Третья минута очень сильно напрягает, на самом деле. Это туча. Хорошо. Ушим крипы, пошли куда-то. Отзвонились. Но ломаем. Ломаем. Третья минута. Хорошо. Плохо. Не забрали никого. Такие лоу хп остались. Вторая кура есть на базе. Ломаем по чуть. Третья минута заход, ребятки. Третья минута заход ХГ. Отлично. Третья минута заход ХГ. Реке моросить же есть крипов. Забираем. Сейчас энтрике уже есть, я принес. Пока что золота не имеем. Хорошо. Отлично. Похилюсь. Бафнем Т. Пине, Найкс. Найкса. Найкса, Найкса, ребята, Найкса, луну не отдаем. Хорош. Тэшку, тэшку. Хорошо, луну потеряли, печалька, ребята. Печалька. Так, меня прессингуют. Но надо драться. Деремся. Добить, отлично. Но дают, дают, пацаны, отпорчик. Пошло у них дело. Так, сапожок у меня имеется. Сапожок имеется. Вот так сделаю. Жалко, не заберем, да? Отходим. Так, не блочить. Рикимару, атака, атака, атака пошла. Хорош, хорош. Угу. Отлично. Если они ресаются очень быстро, надо, мне кажется, отойти. Отойти. Бей, дядя, бей. Хорошо. Отлично. Так, СКГшка и сентричок. Дальше работаем. Ура идет. Хорошо, меня кто-то подхиливает. Отлично. Пятая минута, ребят. Долго стоим, что-то до сих пор еще не сломали. Ни одну тэшку. Долго идем, долго идем. Очень сильно Рикимару тучкой моросит. Очень сильно. Очень сильно моросит. А этот пуш, походу, дольше будет, чем прошлый. Ждем, ребят. Отойти. Отойти. Хорошо. Пойдет. Заходим. Заходим. Жесть, драка вообще нереально. Ломаем, ломаем. Ломай. Хорошо. Пятая, шестая минута, ребятки. Шестая. Пытаемся. Пытаемся. Крипочков сразу. Хорошо. Много отпуша на самом деле. Там и шрапнели, и свормы. И свормы, и шрапнели. Так, ну шестая минута. Вот эти бараки. Хорошо. Кура так с хилом, и никто не подъюзал. Кура висит одна. Шестая минута. Долго-долго ломаем. Че, попробуем побить? Давайте. Так, это значит, мне надо ешку. Еще ешку. Ломаем. Можно Найкса, да, Найкса можно. Хорошо. Снайперы. Добиваем. Рикимару. Крабелус. Хорошо, ломаем по чуть. Так, куру. Куру слил, я слил. Я слил куру. Жесть. Немного заэтовался с артефактом. Так, седьмая, да? Ну, не успеваем, не успеваем. Не успеваем. Не успеваем. Второй пуш у нас не такой удачный. Так, а все-таки мою куру кто-то дропнул, да? Эвелинкши. Да. Хорошо. Вот так сделаем через шифта. Гоу. Ломаю. Ой, Рик еще вытащил. Но сейчас этот заход зайдем. Этот заход зайдем. One way. One way, ребята. Есть шестой левел. Чуть позже спушим тут. На 8.40 где-то. Но все равно будет результат намного лучше, чем в прошлых версиях доты. Оп, хорошо. Пошло дело. One way просто. Хорошо. Ура идет.
Вот собака, а. Не могу выйти, ребятки. Дайте выйти, плиз. Хиляюсь. Хорошо. Хорошо. Давай, давай. 8-0-1, ребята. 8-0-1. 8-15. То есть мне нельзя сдохнуть. Я хил Риксару отдал. Давай, давай. 8-23. Но все-таки чуть жаль. Чуть опять. Вот так сделаю. Так, ну до меня тут доковырялось. Тараканья жопа. Бей, трон, трон, трон. Трон, трон, трон. Так, 8-42. Второй результат у нас хуже был, чем первый. Но все-таки нужно довести до идеала эту тему, ребят. Вторая катка у нас получилась такая. 8-42 по времени. 8-42. Если первая была 8-01, но тут мы почти на 40 секунд дольше. Но видите, там по чуть пошли от пуши. И опять у нас был неудачный Рошан. Опять был косяк с Фурионом. Он поднял одного всего лишь трента и зашли. Ну, вторая попытка у нас получилась хуже. Давайте попробуем третью. Ну что, ребята, третья и заключительная у нас попыточка. И сейчас мы попробуем наверстать упущенное и, конечно же, добиться более мощных результатов. Третья игра, на удивление, с заменой одного героя пошла крайне хорошо. Мы без проблем забрали Рошана и сразу же вышли в первый тавер. Ровно на первой минуте игры мы сломали тавер и двинулись дальше. У Т2 нас уже ожидала хоть какая-то оппозиция. Свен кидал болты, снайпер кидал шрапнели, что очень затрудняло стремительный пуш. А далее и вовсе прибежал Баратрум, и скорее всего тут наша стратегия дала сбой. Еще и Свен Токсик ставил паузы по КД и нервировал этой темой. Засранец, а. Тут мы разменяли Аегис и попытались далее идти в Т2. Т2 упал на третьей минуте. Заход в хайграунд был крайне тяжелым, ну и тут уже нас просто прогнали с хайграунда и понеслась игра на их поле боя. Мы стали люто фидить и нужно было что-то предпринимать. Мы решили не ломиться в хайграунд и стали фармить, чтобы хотя бы как-то выиграть эту игру и закончить на хорошей ноте. Чуть пофармив, мы взяли второго Рошана и опять ломанулись в хайграунд на 19-й минуте, где у нас, естественно, ничего не вышло. Пошел просто игровой фарм, где нужно было выфармить слоты для того, чтобы перекрывать каких-то героев. Хотя бы вот этого снайпера, который просто стоит и стреляет. Первые драки после фарма дали свои плоды, и оппоненты посыпались как тараканы. И мы зашли в мид на хайграунд. Далее также зашли по топу. Подловив снайпера и сломав топ бараки, я отправился в таверну. После, конечно же, байбекнулся, мы забрали третьего Рошана. Ну и в принципе все. Good game. Ух, ребята, вот и, конечно же, бывают и такие игры. Приходится взять, собраться и закомбэчить такую же катку, которая у нас не должна была быть. Я боялся, что будут такие игры, но такая катка у нас все-таки была. Но, тем не менее, результат один. Мы закончили игру просто по красоте. Молодцы. Молодцом просто команда, все собрались. И такие с третьей попытки. Третья попытка самая плохая. 31 минута. Ну и нужно, конечно же, все-таки попробовать довести дело до конца, ребятки, с четвертой попытки. Получится ли у нас добиться того результата, которого бы мы хотели? Не знаю, сейчас попробуем. Ой, жесть. Уф, ребята, да, это жестко. Но хочу сегодня добиться таки результата прям серьезного. Хоть мы его уже и добились, но хочется улучшить его. Намного сильнее сделать вот этот весь пуш, намного стремительнее и зайти... Прям в Рошана, ой, в Рошана, ну и в Рошана тоже зайти хочется, конечно же. В Рошана, в трон очень хочется выйти намного раньше, ребятки. Постараемся в этой игре. И давайте, ребятки, давайте пробуем. Это у нас четвертая катка, третья была крайне тяжелая. Отлично, Вивера. Вивера пусть еще забанят. В общем, мы уже выработали определенную стратегию, кого надо банить. Бара очень сильно моросит. Он забегает, его надо очень жестко сливать, очень много втанковывает. И другие герои даже никакие рядом и не стоят.
рядом с Баратрумом, потому что Баратрум реально очень много делает грязи. Ну, вы сами видели по прошлой катке. Я, конечно, подмонтирую, нарежу там так по красоте, и чтобы было четко и понятно. Так, хорошо. Сразу на базе Венги сделай все. Язер пастом 5 сек и вырошу выход бегом. Отлично, ребята сейчас подрафтят. Пока что не спеша драфтят, пацаны. Так, вот это начинается. Хускары какие-то лагающие. Давай, дядь, не лагай. Так, беру сразу траксу и поехали. Хорошо, базилку я беру. И погнали. Очень много кора у них там. Ну и ЕС, да, и ЕС еще, видите? ЕС. ЕСа взяли, да. Ну и ЕС, думаю, не будет лютой проблемой. Все, ок. Пробуем. Пробуем. Всех не забанить, Язер. Всех не забанить. Всех не забанить. Так, базилочка с Макеичи. Резче, 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 резче. Медведя. Гоу, 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 гоу. Ехала. Резче. Резче. Так, с Макеичем. Юзаем. Погнали. Именно отсюда смока самый импакт вызывать, смока, нажимать смока, потому что успеваем тогда добегать. Четко, пока нас не видно. Пока нас не видно. Быстренько, быстренько, быстренько. Мишка танчит. Танчит. Потом Рекс. Аккуратно клэпы. И лоу хп. Роша агрится. Заходим, найс, успеваем забежать. Все, Мишка пошел. Ломаем. Ломаем. Найс, найс, отлично. Все, все. Плюс. На бафе пусть стоит. Не выходим. Надеюсь, его не его видно. О, но это плохо. Бей. Бей. Хорошо. Бей. Ай, промах классический. Классический промах. Отойти. Отойти. Не заберем. Не заберем. Не заберем уже. Не дают Рошана взять такие. Не дают. Хильтесь. И второй заход. Так, нужно куру. Куры нету. Куры нету. Ну да, надо было все-таки идти. Венга на базу. Все, ок. Неужели видно было? Да, видно, видно, видно. Видно тебя было, дядь. Видно было. Так, ну не знаю, должны забирать, должны. Должны. Медведя хороним, да, я так понимаю? Нормально, нормально. Дальше Риксары, сейчас Мишка будет. Сейчас Мишка будет. Хорошо, Риксара не продать. Пилочек есть. Я бы резко... Или с Рошана сейчас, в принципе, берем хилочек. Отлично. Найс. Так, куру возьму. И гоу, брейзик, в принципе, есть. Отлично, по низу можно. Сходу. Сходу их ногами просто. Сек курицу мне надо тоже. Рейс, отлично. Отлично. Чуть задоджи вот так вот их. Немножко замердим. Хорошо, отлично. Все по низу. Хил идет. Идем. Хорошо. Пилочек летит, все летит. Ребят, ну пока что все идет по плану. Конечно, не первая минута. Рошан. Вернее, не Рошан, а Тавр, но тем не менее. Один лайн. Один лайн. Отлично. Бафаем сразу крипчиков. Ломаем. Рекуру. Язер, ну как так? Как так? Как? Как? Ну как ты так лажаешь, Язер? Ну что за дела? Что за дела? Так, хорошо. Так, медведя продали. Плохо, конечно же, но ничего. Ломаем дальше, далее. Далее. Так, возьму. Сайленс. С сайленсом хорошо. Ломаем. Крипы, агрятся, крипы, агрятся, плохо. Так, Венга, у нас танковая дэмэдж.
Ух ты, ЕС пришел. ЕС пришел, подхилимся. Подхилимся. Вот этот подставляется очень сильно. Вот этого туда же. Хорошо. Тараканы вонючие. Ну-ну-ну, тычечка, хорош. Хорош, работаем. Отлично. Так, сапожочек, хилочку сразу несем. ЕС вообще так сзади подошел незаметно. Я даже не обратил внимания. Ломаем. Ломаем. Хочу. Третья минута Т2, но... Долго. Очень долго. Венги нету, дэмэджа нету особо. Хоть и копеечка дэмэдж, но тем не менее чувствуется. Чувствуется. Сейчас самое интересное, то что они должны все оппоненты прийти, встать в хайграунд. Будет уже намного тяжелее. Тяжелее будет намного. Тяжелее. Бейте его, бейте. Одна тычка, хорош. Так, отойти в стороночку. Хилимся. Да, не дают заходить прям так агрессивно, как хотелось бы. Не дают. Бьем. Бьем. Хорошо, аура есть. Аура есть. Вся дэмэджа имеется. Эх, крипы ресается вообще не в тему. Крипы ресается вообще не в тему. Да ладно. Так, не сможем, не можем бить мы. Не можем. И хилочек еще. Ждем. 60 дэмэджа есть у нас. На X пришел с хостой. Эх, но у меня Аега есть. Хорошо. Чуть отойду, вот так сделаю. Отлично. Крипы подставим на подресом. Это такой кринж. Такой кринж. Эх, не попадаю в слоу-граунда. Хорош. Ну, пушим. Четвертая минута, ребят. Главное тавр сломать. Тавр сломаем, будет намного лучше. Тавр. Тавр не дают сломать. Тавр не дают сломать. Одна тычка. Хорошо. Аегу разменяли. Разменяли, но я тут не умираю. Тут будем драться еще. Будем драться. За медла не хватает, конечно. Фиссура очень много моросит. Хорошо, замедлим. Хускар чисто как фид-машина какая-то. Мне шестой левел чуть-чуть осталось апнуть. Добить, 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 добить. Добить, уже дэм уже не будет, крипы спокойно будут стоять. Хорошо. Так, это Яшка. Яшка на икса. Хорошо. Бейте с руки, пацаны. Отлично. Есть. Фиссурка. Хорошо, ломаем. Ну, пятая минута заход, но долго-долго все равно, ребят, долго. Долго. Долговато. Долговато. Хорошо. Сейчас хилочек придет, мне умирать нельзя вообще. Ломаем. Там отдается. Парнишка наш. Хилок пришел, отлично. О, найс, ульта пошла. Отлично, забираем, забираем. Шестая минута, ребятки. Вроде пока что все успешно. Пока что идем. Вторую сторону. Вернее, второй барак подломали. Хорошо, может это и хороший результат у нас будет. Хороший результат может будет. Может и хороший результат будет. Так, крипов тут встречать буду. Так, Яшка. Хилочек. Крипов. Второй куры не хватает, конечно. Гоу. Надо в пятером. Пятером работаем.
Хорошо, дальше. Уже седьмая минута, не успеваем. Седьмая минута. Кисура очень много, кстати, времени у нас забирает. Очень много. Очень много времени забирает. Ля, все дропнули. Мои арты дропнули, яшку мою дропнули. Вот тараканы, а. Так, ну восьмая минута пошла. Восьмая минута. Кто-то дропнул куру, мои артефакты. Сейчас посмотрим, кто дропнул. Бей-бей-бей, дядь. Давай-давай. 8.20 уже. Так, Венгу потеряли. Да, ЕС очень много заруинил. Так, Рекуру. Рекуру. Сало даю. Забрали. Но это жестко. Вот мне интересно, кто все мои арты дропнул прям. Но не удается у нас, ребятки, сделать лучший тайминг. 8.01. Кто-то дропнул. Не знаю, вот это кто дропнул, непонятно. Да пуш. Делаем. Низ. Все. Жесть. Жестко, конечно. Ну, ЕС очень много. Фиссуры тоже времени оттягивает, ребят. Очень много оттягивает времени. Но надо идти добивать. Надо идти добивать. Надо идти добивать. Берем еще одну аквилу. Погнали. На телепортах. Let's go. ЕС дагер купил. Даем. Чи и гг. Жестко, ребят, это жестко. Получается, с первого раза у нас получился самый лучший результат. И побить мы пока ничего не можем. Пока ничего не можем. Побить пока ничего не можем. Ну-ну-ну, дядь. Хорошо. Замедло хотя бы на разочек возьмем. Так вот. Хорошо. Гоу. Гоу-гоу-гоу, пацаны. Ну, десятая минута уже, на куда? Ну, надо доламывать. Вы чё? Он в меня вон фиссуру дает смело. Доламываем. Вот этого в помойку. Хорошо. Доламываем. Трон их хилится. Смотри, трон подхиливался. Жесть. Ну, ребятки, десятая минута, получается, 10.32, на 2 минуты позже, чем обычно. Мы делали 2 подряд игры, мы максимально хорошо сыграли. Ух, ну надо, наверное, еще одну попыточку, это у нас уже, по-моему, 5-я была. Ну, такие катки, это жесть, ребятки. Все-таки хочу добиться более лучшего результата, а получится у нас это или нет, конечно же, узнаете чуть-чуть позже. Ну что, ребята, загружается у нас крайняя катка, и, конечно же, хочу приблизиться все-таки к лучшим таймингам, к 7 минуте и 30 секунде. Очень хочется заиметь именно этот тайминг. Мы уже отточили свои движения к заход на Рошана, и, конечно же, вроде готовы все исполнять. Ребята, бан. Сначала мы баним определенных персонажей, мы баним Баратрумов, всяких там виверов, которые будут нам очень сильно мешать. И, конечно же, постараемся выйти в лучший тайминг. В лучший, ребята, в лучший именно по низу, чтобы все было хорошо. Поэтому, ребятки, давайте пробовать. БХ не надо. Не надо. Рики лучше. Лучше бан, а не БХ. Да. Так, ну что, погнали. Пишем. Хорошо. Гоу. СПС, хорошо. Так, отлично, ребятки. Подписчик попался в ЕС. Стараюсь отзонивать подписчиков специально на такие видосы, чтобы не было никаких проблем. Потому что подписчики, как правило, знают что-то, да, и пытаются постоянно насолить и слить контент, да, то есть они пытаются максимально сделать все, чтобы вы не увидели эти видео. Поэтому, ребятки, я стараюсь подписчиков убирать с таких игр,
выдавать бан на лобби и, конечно же, писать контент, чтобы вы его, как говорится, увидели и кайфанули с него, с этого контента в обычном папочке. Поэтому вот такие вот истории бывают. Ну, ничего страшного, справимся, думаю. Справимся, думаю. Думаю, справимся. На этот раз должны справиться. Боник, хорошо. Центр один кроши. Сразу же. Надо центр один кроши будет. Ок, ок. Хорошо, отлично, продрафтили. Найс. РБ. Сразу вот так. Погнали. Работаем, работаем. Понеслась. Хорошо, луна там долго втыкала. Втыкала долго лунка. Так, ну пойдет, вроде все хорошо. Кура у меня будет открыта. Сразу тут крипчиков поднимет фурка. Угу, найс. Выставляются ребята. Все, погнало. Баклер. Работаем. Хорошо, отлично. Отличная расстановочка, ребятки. Ну, работает. Отлично. Хорошо. Второй пойдет. Где ты, брат? Отлично. Молодцы. Отлично. Просто идеальный заход на Рошана. Как видите, мы уже отточили. Фурион отлично справляется со своей задачей. Хорошо. Ломай, ломай. Хорошо. Отлично. Найс. Я возьму Куру сразу. В рейзик. В рейзик. И две хилочки. Все, ок. Ломаем. Хорошо. Я взял сразу себе стрелы. Со стрелами будем немного агрессировать. Немного агрессировать будем. Все, заходим. Сразу пробафаем и ломаем по чуть. Отлично. Найс, там летит в рейзик еще дополнительно. Будет все отлично. Так, первый заход, 40-я секунда, да? Найс. Добил, ничего себе, таракан вонючий. Далее. Хорош, добил, найс. Так, ну ребята уже сюда стягиваются. Понимаешь, что что-то тут будет неладное. Но мы ломаем по чуть. Ломаем по чуть. Крипчиков. Хорошо, крипчиков. Агрессирует, сразу же нападаем. Жалко, не забрали, да? Отлично. Поможем. Хорошо. Хорошо, да ж такое с этими дарксирами-то, вы посмотрите на них. Бегаем, сколько времени тратим-то, ё-моё. Пойдет, ломаем. Отлично. И работаем. Работаем. Куру. Я хил дал один. Вот это плохо, что он залагал. Но в любом случае будем доделывать вещи. Бьем. Жесть. Но очень хороший старт, но что-то вот это, если честно, не очень. Вот как вот так вот, да? Типа не поверишь, что он залагал просто. Катки. Катки. У меня все есть, надо работать. Вторая минута, ребятки, у нас идет. Вторая минута. Нет, Т3. ХГ. Трон.
И вот это такой си. Кикаем, пусть нафиг идет. Ну, го. Такое себе. Такое себе. Ну ладно, ждем. Ждем. Reconnected! Reconnected! Nice! Давай 100 латенса, может отлагает. Reconnected, давай, поехали. Да, что ж такое-то? Ужастик. Ну, отлагает же, ё-моё. Отлагал же, Reconnected написал. Вот это вот у меня прям жопа аж горит с этого момента, как сейчас идет игра. 60 дэмэджа просто сверху. Эх, не отлагал. Ну ладно, ладно, окей. Продолжаем. Давай, 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 в темпе. I hate. Так, дедочка. Бей, лупи. Хорошо, отойти. Отойти. Пойдет. Венга, все, потерялась. Баклер, 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 и работаем, дядька. Хорош, далее. Че там по курочке? Можно магаз. Магаз. Берем ПТшечку, сразу выходим в ПТшку, ребятки. ПТшечка, ТПшечка. О, драка пошла. Принимаем. Принимаем. Крипы уехали. Вот это плохо, что крипы уезжают, но мы ломаем. Ломаем. О, ПТшка. Хорошо. Свинюка танчит. Нормально. Хорошо. Хилочек нужен будет. Есть. У нас еще есть Аегиса. Третья минута, ребята, заход ХГ. Хорошо, третья минута имеется. Как раз артефакты подкопим. Бей-бей-бей. Бей-бей-бей. Крипов. Хорошо, этого сразу принять. Вот центрики, поэтому надо. Есть, Аегу разменяли. Найс. Так. Я убил Хен, говорит. Хорош. Так, ну ломаем. Сточные канавы. Третья минута, ребята, уже в хайграунде. Это хорошо, ля. Это хорошо. Третья минута уже в хайграунде. Хорошо, почти, почти четвертая минута. Да ладно, мы так быстро пушим. Это жесть какая-то. Хорош. Давай, 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 давай. Да ну, четвертая минута, это жесть. Давай, 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 давай. Куру слили. Ой, да ладно. Четвертая минута, да ну! Бей. Четвертая минута, да ну нафиг. Ну серьезно. Жесть. Крипов нету, крипов нету. Крипы, крипы, крипы. Забыли про крипов совсем. Совсем забыли про крипов, ребята. Жесть, ну тайминг очень сильно сейчас скаканет за то, что крипов забыли. Резко, резко, резко. Г. Крипов просадили всех. Это очень плохо. Очень плохо. Ну забрать, забрать. Жалко, не забрали. Так, пойдет, ломаем. Ломаем, ломаем, ломаем. Бей. Трон. Крипы на ХГ есть, надо за этим следить. Глиф. Глиф, чтобы засейвить трон. Да. Давай, давай, давай.
Работаем, ребята. Пятая минута. Жесть, мы очень много времени потеряли вот здесь вот. И сколько, сколько, сколько? Ну, хиляется, хиляется трон. 5.51. 5.51. 5.51. 5.51. Это реально что такое? За 5 минут 51 секунду мы закончили эту катку. Жалко, что седьмой слот ливнул. Это кринж. Но, ребята, мы справились с этой задачей и побили айкаповский рекорд почти на 4 минуты. Это результат. Ну что ж, вот такой вот у нас, ребятки, получился результатик. Обязательно поставьте лайк за наши старания. Это реально круто. Пробуйте с друзьями. Делайте. Желаю всем успеха. На этом все, друзья. Спасибо всем за просмотр. С вами был Ксаназис. И до скорого. Респект всей моей команде, которая сделала этот контент.